2-0-1-3, я уже варю хиты. 2-0-1-4, я врываюсь будто гром в дом. 2-0-1-5, цепь на цепь качает блак. 2-0-1-6, меня уже знают все здесь. На которую я не давлю, потому что я тупая. Короче, я не врубаюсь. Ё-моё. Так, во, внизу надави. Вот сюда. Я не врубаюсь, блядь. Короче, это какой-то... Как будто я в жизни никогда ничего не открывала. Нет, никому встречаться, можете помочь? Получилось. Кстати, я не запомнила, как, но это прикольная крышка. Я думала, такие крышки только для уксусов используются. Оказалось, нет. Надави там и потяни туда, потом от себя тяни, та и все. Блин, go встречаться. Love you. Для вина обычно помахать. Ну все. Что на фастфуде видел? Ты что там на фастфуде видел? Расскажи, пожалуйста. Таким крышки, пивки для рывка. Вы что, все пьяные, что ли, или что? Почему вы так странно пишете? А вот что вот вы все делаете? Вот вы все сейчас эфир смотрите, что все делаете? Ладно, плохой парень, не, понятно с ним все. Остальные, вот просто остальные люди, что вы делаете? Я-то ладно, я приехала на как бы... Ой, тоже. Вот рассказать никто не поверит. У меня есть подруга, ей 16 лет исполнилось. Я приехала к ней на день рождения. И что вы думаете? Типа, у нее реально целый дом в распоряжении, а они ушли спать. Ну вот она и ее друзья, ну типа, того возраста, которого она. И я вот думаю, блин, это как будто бы меня обманули. Как будто бы, знаете, тусовка есть, но типа меня не позвали, но они вроде спят. В общем, какая-то жесть, я странно себя чувствую. В итоге я тусуюсь одна в бане. You look amazing. Пришел с бухчи, увидел родную душу. Короче, вот как бы вы сейчас праздновали свое... Я слишком молода, чтобы бухать. Да я... Господи. Салют? Нету салюта никакого, блин. Все уже... Уже все закончилось. Типа я думала... Я думала, что, ну, что в 4 часа ночи еще кто-то со мной будет тусоваться, потому что Полина со мной смотрела летом, беременна в 16 в это время. А они все разошлись. Год стой. Вот, блин, я вот не понимаю, вы вот стопудово здесь много людей, которым 16 лет. Так, чего-то, сайгак, что? Знаете, что? На самом деле... Ой, нет. Сейчас, я боюсь. Тут стрёмно ходить. Но я пройдусь.
самое прикольное, что здесь свет врубается сам. Типа ты такой идешь, и он сам. Прикидывайте, вот этот весь дом, типа, вот тебе 16 лет исполняется, и у тебя весь вот такой вот дом, сейчас по-любому свет включится, в твоем распоряжении, а ты просто идешь в час ночи, ложишься спать. Ну давай, свет, врубайся. Ты же сам это делаешь, сука. Ну и что? Такой просто, типа, да не, в жопу тусить. Пойду-ка я спать лягу, наверное, пожалуй. Логично. Нахуй мне тут, типа, с пылесосом тусоваться в оранжерее. Что за студия БМ? Booking Machine Records. Шутка. Это называется Brand Music Records. Что за говно? Короче, Brand Music Records. Там мы все записываемся. Там сидит Димян Аэрофлоу и пишет нас. Да, Booking Machine, Окси, звукарь. Ой. О! Вы видели? Я типа голза, или как это называется? Я вообще не знаю, как в бильярд играть. Но я забила. Это я сделала. Так, погнали дальше. Чувствую себя профессионал. Ой, кстати, прикол вообще. Я походу, ну, написала альбом. Типа он готов. Реально. Ну, не готов, готов, а в смысле записан. Ай! Больно было. Блин. Вы видели? Вы видели? Жесть. Короче, да, я вот таким... Я не заметила, как оно само написалось. Дописалось. И я такая, оп, смотрю. А там уже даже больше... Не, пизжу, меньше половины сведено. Я такая, вау, нифига я. Полгода не просто так потратила. Ну, чтобы все понимали, что это не бесполезно. Ой. Да, там больше, чем треков. Там больше треков, чем в предыдущем релизе. Инфосотка. Да, если честно, у меня даже больше треков-то, чем на релиз, как оказалось. Ну, типа... Типа, реально, как оказалось, и не хернёй полгода... Ой, блядь. Ну и ладно. Я не хернёй полгода страдала, как оказалось. Я не дела делала. Ой. Говна пирога. Так... На фитах есть кто? Да, на фитах есть. Там люди некоторые залетели. Да что за человек пишет, типа, про... Зачем? Кстати... Так, а тут много вопросов про фиты. Я только сейчас посмотрела. Фит с Оксимироном будет, да. Точно. Я вообще-то этот трек подала на какой-то... Я забыла число. 13 или 17 независимый батл. Вот я туда трек подала. Сейчас заебем всех. Вот тогда... Поехали.
Никита Лал, привет, помашу тебе. Доб Гэнг Ван не так не очень названится. Какое-то странное. Бля, нет, стой вот так. Сука. Доб Крит Гэнг. Вот это название. Вот это название. Даша. Да нормально. Слушайте, кстати, пиво в порядке. Если учесть то, что это самодельное пиво, да и без шуток. Это папа моей лучшей подруги делал пивас, и он меня ему угощает. Вообще отличный. Окси студия Элбом 2073. Мясо. Просто мясо. Охуенное название. Я боюсь, что просто типа аудитория не готова к такому. Типа подожди годика два, наверное, еще. Вот тогда стрельнет. Никита, вот ты для чего мне это все спрашиваешь? Я только одного философа знаю, Биби. Это не тот философ, который вы мне советуете. Тушь. У моей мамы спросите, вот реально не знаю, это она купила. Вообще, мне кажется, типа, цветную тушь купить сейчас no problem. Очень легко. Вы что, с ума сошли? Вот я предполагала, вот, кстати, давно прямые эфиры не вела, потому что предполагала, что вы сошли с ума. Зашла прямой эфир, так и оказалось. Да что? Доб Гринг Пэлас. Да один хер. Все. Я пошла. Да реально, вот стоит чуть-чуть начать прямой эфир вести, почитать вопросики, все. Разочаровываешься в этом дерьме. Что? Никак не отношусь, вы что гоните, блядь, типа... Короче, вот знаете, типа, я решила для себя так. Вот есть подразделение блогерский рэп. Оно существует, и бог бы с ним. Вопрос закрыт. Все. Вот просто больше, ну, типа. Чего? Почему не сплю? Блин, вот на самом деле насущный вопрос. У меня в жопу вообще режим пошел, потому что я предыдущую неделю всю провела просто как мразь на студии, ну, все ночи. И он у меня, ну, очень сильно перепутался этот режим. Все дошло до того, короче, что я уезжаю где-то со студии 7:30, 7, дай бог, 6:30. Просыпаюсь хрен знает во сколько. Не понимаю, как жить там, типа, дальше до вечера. Потом к вечеру примерно очухиваюсь. Вот. И потом либо студия, либо какая-то, ну, типа, какая-то хуйня.
Чего? Тяжело так. Короче, тяжело, когда режим уже соскочил, и типа ты уже такой не мог. Мне тяжело, когда я не могу проснуться раньше 12. Ой, нет. Ну да, раньше 12. Либо после 12 уже все, уже хард, уже ты такой вонючий, я не знаю, у тебя настроение дерьмовое и так далее и тому подобное. Вот. Так. Ой, что-то я много пропустила. Так. Нет, не слышала. Так. Отопление. У меня есть отопление. Моя работа. Блин. Работа — дурацкое слово. Так ее не... Фиг знает. У меня вообще... Ну, типа, у меня слово «работа» имеет негативный оттенок, что ли. И оно неприменимо к моей деятельности. Так. Чего? Да я уже думаю... Не, ну... Короче, все, я уже не хочу ничего не говорить. У меня... По поводу ближайшего времени, потому что мне уже кажется, что я все сглаживаю, что можно. У меня очень много реально готового материала. Вот прям... Прям готово, и сейчас оно не реализуется, ну, типа, я не виноват. У тебя присутствует биполярка. Блин, биполярка — это странная какая-то тема, если честно. Насколько я себе это представляю, это достаточно серьезное заболевание, чтобы вот так вот, типа, приписывать его себе самому, хер знает. Короче, мне кажется, что это такой больше миф, чем реальность, эта биполярка, ну, в большинстве своем. Вот. Я думаю, что нет, у меня это не моя история. Вот. Тогда пошла на... А, чувак, что ты зыришь-то тогда? Вот у тебя реально биполярка, ты мне какую-то хуйню пишешь. Нет биполярки, есть только трав в натуре. Четырнадцать, 15 лет. Ну, кстати, вот именно в 14 лет, я помню, я вообще листовочки раздавала. А! Сейчас, короче, да. До листовок у меня был момент, когда я... Это очень клево. Я озвучивала мультик. Это были первые бабки, которые я вообще заработала в жизни. Вот. А потом... Лет, да, в 14 я как раз раздавала листовочки по мелочи. Ну, это были типа листовочки моего папы и там все дела, но да, я это делала. Это было странно, потому что... Ну, ладно. Тимон Овергород.
3, 9, 7, я тебя нахер забыла, что ты меня бесишь. Все, вот когда типа 4 вопроса подряд повторяющихся, это значит все, пора завязывать. Не, чувак, иди в жопу, иди не возьму. Давай пока.